знаменитый на всю Жуковку дом с лосем. Одна из достопримечательностей города Жуковки, Брянской области. Как мы видим, картина сделана на всю высоту, на 5 этажей. Белокрасный кирпич создает впечатление, что лось стоит на берегу озера под сосной. Беда в том, что в последнее время в наших лесах уже и лося не осталось, а скоро самих лесов не останется. Потому что идет везде хищнические вырубки, уничтожение под видом, якобы что жучок уничтожает. Поэтому скоро уже будет это просто как воспоминание о далеком прошлом нашего района. Лосей не стало, а потом, видимо, его уже и деревьев не станет. Можно будет это воспоминать, как наскальная живопись в пещерах. Как раньше на мамонтов, на динозавров, охота там, приготовление пищи, так и Жуковки. Лоси останутся только на этой репродукции, как и деревья. Видите, там солнце восходит над водной гладью. Ну, водная гладь, может быть, надеюсь, останется, хотя сейчас мелеют водоемы. Солнце останется, а лосей, видимо, уже нет. Да и деревьев нам тоже. Поражает размеры панно на 5-5 этажей, причем строили дом и одновременно выкладывали картину. Сейчас, может, такое уже невозможно было бы, не знаю. Такого рода мастера остались, не остались, но в то время это было сделано. Все 5 этажей картина лося. С обратной стороны здания тоже композиция. Тут уже коммунистическое прошлое. Учиться, Ленин. Это, видимо, сделано так, потому что слева школа вторая находится в городе Жуковке. И чтобы учащиеся, проходя на учебу и мимо, читали лозунг «Учиться». Вот такая достопримечательность Жуковки. Пятиэтажка, как говорится, с лосем, дом с лосем.